Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. Я его презираю. Что делать будем? Бизнес. Все в общем. Что русскому хорошо, немцу смерть. Костя просил передать привет его маме. Тетя Люся, привет. Вот, свело. Что мы имеем? Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Я рассчитывал на тебя, Саид. Это моя добыча. Взять все, да и поделить. Костя сидит, ловит на солнышке. А где бабуля? Я за нее. Ну, здравствуй, брат. Вы своему поневоле, брат. Народная фашистская поговорка. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Нажраться от пуза. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Поедем в номера, в номера. Товарищ, что вам здесь надо? Вы арестованы. У тебя пистолетик-то есть? Тогда задержаны. Замуровали. Замуровали демоны. Заседание продолжается, фельдмаршал. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше. А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! Да, ну что скажет стая? Закон джунглей гласит... Каждый сам за себя! Моя добыча будет твоей добычей. Ну и сколько можно ждать? Где эта сволочь? Где эта сволочь? Все уже украдено до нас. Кто тут, к примеру, в цари крайний? Никого. Так я первый буду. Это я знаю. Ничего не понимаю. Мы бояре, народ работятий. Такая уж у нас боярская доля. Мальчик, водочки нам принеси. Извините, но мы не разносим напитки во время взлета и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим.